Сегодня на форуме сельских женщин Казахстана были подведены итоги еще одного успешного конкурса года «Кока-кола Белестере» для начинающих предпринимательниц. Победительницы получили сертификаты на гранты в размере от 2 до 4 тысяч долларов на развитие собственного дела. Как программа помогает развивать бизнес женщинам, расскажет Бота Ибрагимова. Сегодня 20 предпринимательниц получили свои заветные гранты. Все они прошли обучение и отбор по программе «Кока-кола Белестере». Основная цель проекта – обучить женщин базовым навыкам женского предпринимательства. В течение курса их поддерживают и опекают единомышленники и кураторы. Таким образом, они, принимая участие в конкурсе, должны составить бизнес-план, доказать, что то дело, которое они хотят открыть, во-первых, нужно в их сообществе, да, в их регионе, просчитать конкуренцию, посмотреть, насколько оно будет прибыльным. Один из критериев проекта – это прибыльность в конце первого года. За время обучения прекрасная половина изучает основы продаж, маркетинга, финансовой грамотности через социальные сети и даже психологию. Эти знания необходимы будущим бизнес-леди, чтобы эффективно организовывать и вести свою деятельность. Это было очень полезное обучение. Хочу поблагодарить Coca-Cola Белестере за эту возможность получить новые знания абсолютно бесплатно, которые по сей день пригождаются мне в работе практически каждый день. Проект «Кока-кола Белестера» существует 11 лет. Обучение по программе прошли 75 тысяч желающих. За это время 137 женщин получили финансовую поддержку. Организаторы с сожалением отмечают, что количество грантов ограничено. Но, несмотря на это, ученицы проекта создали более 5000 малых и средних бизнесов не финансирования программы. Основная часть грантов предназначается для жительниц сельских регионов. На селе мы увидели, что открываются сегодня не только бизнесы в сфере фермерства, открываются бизнесы по производству товаров народного потребления, это пищевые продукты изготавливаются, очень много услуг, таких как детские мини-центры. С 2012 года Coca-Cola Белестере помогает предпринимательницам осуществить свои заветные мечты. Благодаря новым инструментам казахстанские женщины открыли кооперативы, занимаются выращиванием овощей и фруктов, дают вторую жизнь вещам и при этом все чаще в своем бизнесе используют зеленые технологии. Бота Ибрагимова, Виктор Джигирис, Атамикен, Бизнес.